Вот я сейчас тут нахожусь у батюшки дома. Меня сейчас поднял на второй этаж. Здесь я буду сейчас ночевать. Вот такой вот у него апартаменты здесь. Вот. Это матушкина рассада. Цветочки всякие разные. Иконостас. Медные, наверное, скорее всего. Вот, здесь вот мне дали веничек. Немножко поместить. Так вот, здесь я первый раз сейчас буду ночевать. Тут даже вот пальмы есть. Такая речушка. Это, батюшка, откуда у вас такая картина большая? Смотрите, какая картина? Ну вот, которая море, пальмы. Магазина. О, снег сколько. Откуда? Магазина. Я с тобой любые там можешь купить какие. Я просто видел у Игоря Дубунова, у него тоже там пальмы и это море. Он говорит, так хотелось бы туда попасть, говорит. А я, говорит, сижу. А где мы желать будем? Я говорю, ну что желает? Березовая рощи, у него море. Друзья, его еще море. Это, мальчики, тут библиотека целая. О, сколько книг. Надо же. О. Вот книги Ина Тихоновича тоже есть, Кисневого православия. Симфония, Новый Завет, Библия, тут все есть. Так, слава Богу за все. Аллилуйя.